Я всех приветствую, добро пожаловать. Итак, мы после долгого перерыва продолжаем наш плейлист по разговорному японскому языку. Здесь мы уже не только будем рассматривать те конструкции, то есть вежливые формы, когда мы с человеком вынуждены говорить на вы. Здесь мы с вами также углубимся в изучение разговорного языка, когда люди друг с другом говорят на ты и используют не такие формальные конструкции. Итак, начнем мы наше изучение со следующих фраз. В нашем основном плейлисте у нас с вами была фраза ⁇ Теребио мимас ⁇ Теребио мимас ⁇ И здесь мы видим, что в более таком неформальном, в более таком разговорном варианте на японском все это прозвучит как ⁇ Теребио мирю ⁇ Теребио мирю ⁇ Соответственно, в русском языке и во многих других европейских языках как вообще отличить формальный язык от неформального? Вы видите, ты видишь. То есть у нас спрягаются глаголы, которые так или иначе касаются нашего собеседника, в зависимости от того, с ним мы говорим на вы или на ты. В данном случае в японском языке даже глаголы, когда я говорю сам про себя. То есть я смотрю телевизор. Если я говорю с кем-то на вы, то я скажу ⁇ теребио, мимас ⁇ В то же время, даже если я говорю снова про себя, если я с кем-то говорю на ты, то я скажу ⁇ теребио, мирю ⁇ То есть я смотрю телевизор. И давайте рассмотрим такую фразу ⁇ я изучаю японский язык ⁇ в разговорном варианте мы скажем Нихонго Бенкио Шитерю. Нихонго Бенкио Шитерю. Нихонго ⁇ это японский язык. Нихон у нас переводится как Япония. О ⁇ это мы показываем, что над японским языком мы совершаем действие, то есть учим его, я учу его. Нихонго Бенкио Шитерю. То есть изучение я делаю, я совершаю. То же самое, если бы это у нас был более такой формальный разговор, то я бы сказал Нихонго Шите Имас. Но поскольку у нас с вами такой неформальный контекст, мы скажем Нихонго И такая фраза, что это такое, чем это является, на японском мы скажем Нандеска. Нандеска. Что это такое? Чем это является? Корева нандеска. Вот это вот. Чем это является? Корева нандеска. И прочитаем все эти фразы. Еще раз с самого начала. Теребио мирю. Теребио мирю. Нихонго Нихонго Бенкьо Шитерю. Нандеска, нандеска, корева нандеска, корева нандеска. И перейдем с вами на следующий слайд. Если мы хотим сказать ⁇ жарко ⁇ не так ли? ⁇ Вот этот оборот ⁇ не так ли ⁇ Согласны ли вы или согласен ли ты? Мы. В японском языке мы говорим ⁇ не ⁇,⁇ ацуи ⁇ не, Жарко это является. Жарким это является, не так ли? ⁇ ацуи ⁇ это переводится как ⁇ жарко ⁇.⁇ Ацуи ⁇ В то же время, если у нас такой неформальный контекст, если мы говорим с друзьями, то мы скажем ⁇ ацуи ⁇ не ⁇,⁇ ацуи ⁇ не ⁇ И мы с вами уже познакомились с глаголом «есть». В неформальной речи этот глагол прозвучит как «таберю», «таберю». В рамках нашего плейлиста мы познакомились с формой «табемас», «табемас». Но когда у нас не такой формальный контекст, мы скажем «таберю», «таберю». То же самое «мимас», то, что «смотреть» у нас было в нашем основном плейлисте, в неформальной речи мы скажем ⁇ мирю ⁇ Мирю ⁇ Это у нас переводится как ⁇ смотреть ⁇ Повторим еще раз эти два глагола. ⁇ таберю ⁇.⁇ таберю ⁇ Это у нас есть. ⁇ мирю ⁇.⁇ мирю ⁇ Это у нас переводится как ⁇ смотреть ⁇.⁇ спать ⁇ на японском будет ⁇ нерю ⁇.⁇ нерю ⁇ Это у нас переводится как ⁇ спать ⁇ и прочитаем все эти фразы еще раз. Ацуидесне, ацуидесне, ацуине, ацуине, таберу, таберу, миру, миру, неру, неру. Это у нас переводится как спать. И посмотрим на крайний на сегодня слайд. Делать фотографию. На японском это прозвучит шашинно тору. Шашинно тору. Делать фотографию. Ну или снять на камеру. Шашинно тору. И посмотрим, как строится отрицание. В рамках нашего основного плейлиста по японскому мы познакомились со следующими формами. Табемас это я ем. Табемасен это отрицание, я не ем. Но эти фразы используются только в формальном контексте. В разговорном контексте мы скажем таберю, таберю. И отрицание неформальное на японском прозвучит как табенай, табенай. И также посмотрим теперь на глагол писать. Писать на японском будет какку, какку. И отрицание неформальное будет каканай. Каканай. И прочитаем все, что у нас на этом слайде еще раз. Шашинно тору. Шашинно тору. Таберю. Таберю. Табенай. Табенай. Каку. Каку. Каканай. Каканай. Я благодарю всех за внимание и услышимся с вами в следующих видео. Всем спасибо и всем пока.